Здравствуйте, дорогие друзья! И в этом видео мы с вами посадим три вида семян павловни. Это гибрид 9502, это супергибрид Паутонг Z07 и классический вид павловни войлочная. То есть я решил, каким образом сделать. Это займет, конечно, много времени, но я решил проверить процент схожести семян. Семена гибридов – это урожай 2019 года, то есть достаточно свежие семена. Единственное, что вот у меня павловня войлочная – это урожай 2018 года. Я хочу попробовать высадить вот в эти емкости, не знаю, получится, не получится, примерно от 50 до 70 штук, чтобы потом посчитать, какой процент схожести, и узнать процент схожести также павловни войлочной семян 2018 года, тем самым поняв, насколько сильно теряется схожесть семян со временем. Потому что ходит разная информация о том, что некоторые говорят, что семена теряют схожести через полгода. Какие-то информации есть еще о том, что семена имеют достаточно, до 60% теряется схожесть, это по истечении 18 месяцев хранения семян. Поэтому, чтобы проверить, насколько какая информация на самом деле является реальной, я вот решил высадить и попробовать и проверить, чтобы мы понимали реальность на практике, какая схожесть, какой процент схожести у павловни по истечении времени. Ну что ж, давайте сейчас приступим. Вот у нас емкость гибрид 9502, семена. Попробую здесь их разложить 50 штук примерно, если у меня получится. Семена очень легкие, маленькие. Если вы впервые смотрите это видео, то они вот такие очень маленькие, совсем малышки. И я их сейчас здесь вот раз разложу. Ну вот здесь 50 семян, место у меня, конечно же, осталось, не знаю, получится у меня, если не получится. Ну, положу, наверное, сюда еще 10 семечек, пускай будет 60, потом высчитаю процент. Шестьдесят семян, я это сейчас сверху еще немножко увлажню и закрою, поставлю в теплое место. Следующий на очереди — это у нас супергибрид Паутонг Z07. Дата высадки сегодня у нас 11 января 2020 года. Также здесь аккуратненько размещаю 60 семян. Здесь, наверное, здесь, конечно же, больше. Семена очень легкие, разлетаются. Опять же, вам заморачиваться так не следует. Просто взяли. Я, кстати, немножко отвлекусь, я использую для высадки семян вермикулит. Это такой минерал, который очень пористый, воздушная прослойка создается. И почему я его использую? Очень легко освободить корневую систему от вермикулита. То есть водичкой налил сюда, немножечко подвинул, и корневая система практически целиком без разрывов остается. Ну, это опять же зависит от степени, той степени, насколько выросла павловня здесь. Потому что если она уже достаточно высокая, то, соответственно, большая корневая система, и уже сложнее будет вытащить. Но в то же время вероятность повреждения корневой системы, по моим наблюдениям, я уже много лет выращиваю семена рассады помидор, перцев с помощью вермикулита,
вероятность повреждения корневой системы практически нулевая. То есть, если она не переросла в вермикулите. И даже если она переросла, то есть возможность залить это водой, достать аккуратненько, и она целенькая. И при пикировке она очень хорошо приживается. Так, ну это отступление небольшое. Так, сколько у нас здесь? Раз, два. Ну вот, я закончил. Здесь 60 семян. Остальное мы убираем. Ну а теперь половня войлочная. Это проверка схожести, да? То есть это семена 2018 года. Вот у меня еще такое количество достаточно большое этих семян. И сейчас мы будем проверять. Также я беру, высаживаю. И на что обратил внимание, попробую, может быть, чуть попозже, или сниму отдельное видео. А семена, разница в размере семян. Как мне показалось, как я сейчас вижу, половня войлочная семена. Не знаю, насколько здесь это видно, скорее всего, не видно. Но вот эти семена половня войлочная, они гораздо мельче, чем супергибрид Паутонг Z07, то есть визуально. Может быть, это мне просто показалось. Или у них вот это как бы бабочка вокруг самого семечки. Просто меньше размером, поэтому они кажутся меньше. Но визуально они поменьше. Попробую как-то это продемонстрировать. Ну вот я хотел показать сравнение, да? Не знаю, насколько видно. Вот это вот обычная половня войлочная, а вот это вот гибрид. Они даже, я смотрю, по цвету несколько отличаются. И ну, визуально семечко, наверное, скорее всего, такого же размера. А вот вокруг семечка, вот это вот пространство, да, видно, что оно гораздо крупнее. Здесь оно более такое мелкое и компактненькое такое, да. А здесь оно более такое раскидистое, крупное. То есть они такие более, такие лопоухие, что ли, вот эти вот части у них, да. И цвет немножечко другой. Здесь посветлее, здесь потемнее. Разложил семена, здесь их 60 штук. Сейчас я немножечко сверху увлажню, закрою и уберу на стеллаж для выращивания. И покажу. Я в прошлом году сделал стеллаж подогревом. Сейчас я вам все покажу. Ну вот мы с вами посеяли семена половни трех видов. Это еще раз напомню, половня войлочная обычная. Супергибрид Паутонг Z07 и гибрид 9502. Сейчас я их положу, уберу на стеллаж на полке с подогревом. Ну, пойдемте, я вам все это покажу. Ну, а непосредственно вот на этом стеллаже я буду проращивать семена. Вот они здесь, вот все три сорта. Я их сюда поставлю под освещение. Здесь вот в этом месте у меня я сделал подогрев. Видео о том, как я это сделал, я прикреплю подсказки в левом верхнем углу, будет подсказка сейчас. Ссылка на это видео, можете посмотреть, как я сделал. Здесь я установил температуру, вот сейчас она нагрелась, у меня уже теплая, 27 градусов. И сейчас здесь это будет все у меня прорастать. Будем смотреть, наблюдать. Следующее видео будет как раз об этом. Кстати, вот тоже хочу снять видео и рассказать. Павловня, не высаженная в прошлом году, осталось расти вот в этих же стаканчиках здесь. Но это я, скорее всего, наверное, сниму отдельное видео, потому что видно, что здесь пошли уже от корня другие отростки. Ну ладно, сниму отдельное видео, наверное. Ну а на этом все.
Если вам понравилось это видео, ставьте лайки. Если вам интересно дальше узнать, как и в какой срок она прорастет и какие результаты будут, подписывайтесь на канал, ставьте галочку «Уведомлять о новых видео» на канале. Я желаю великолепного дня. До встречи в новых видео. Пока.